Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса. Предстоятель церкви признался, что это решение далось ему нелегко, отметив, что он 51 год призывает людей приходить в храмы, а теперь говорит: «Воздержитесь от посещения церкви». Многие сегодня из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда. Понесем, братья и сестры, временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних. Будем терпеливо переносить посетившую нас скорбь. Так получилось, что это обращение прозвучало накануне третьего по значимости православного праздника после Пасхи и Рождества Благовещения, который будет отмечать весь православный мир уже завтра. Настоятель храма Святой Троицы архимандрит Амвросий рассказал, как живет церковь в эти дни. Те, кто заходит, они в масках, так же у нас и дежурные, и в свечной лавке женщины, которые работают. Последние дни людей мало в церкви, поэтому у нас как бы площадь хватает, мы открываем двери боковые, то есть храм хорошо проветривается. Полы моем также, дезинфицируем иконы, протираем стекла, все то, что рекомендовано. Службу по случаю Благовещения, по словам отца Амвросия, завтра планируют провести на улице, чтобы верующие находились на необходимом расстоянии друг от друга. Но еще раз напомним, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал совершать молитвенный подвиг дома.